Итак, друзья, ну что ж, будем с вами продолжать. Так, что-то какая-то жесть там. Ну, значит, у нас здесь есть некто, кто... Ух ты, блин, кто-то призывает здесь, да? Давайте поторопимся тогда. Сначала вот с этой тварью. Так, быстренько здесь удалось. Причем какая-то плеть была, плеточка. Нифига себе. Так, секундочку. А где этот рыцарь, собственно? А, вот ты где. До свидания. Офигеть. А меч крови дракона. Будем смотреть? Ну, давайте посмотрим. Двуручный меч рыцаря из ордена, почитающего драконью кровь. То есть, я так понимаю, здесь много любителей драконьей крови. Ну и поэтому место называется Пик Древних Драконов. Так, вы знаете, на самом деле... Ну давайте тогда для начала пробежимся здесь, посмотрим, что здесь у нас к чему. Нам к тому же нужно будет вернуться в то место, где мы с вами бились с драконом. С Виверной. Здесь у нас, посмотрите-ка, здесь у нас лифт, и кажется, он приведет нас в самое начало локации, да, то есть сейчас мы его активируем. Наверное, так, да? Да, гляньте-ка, действительно приехали сюда. Ну ладно, мы будем подниматься, а хотя можно было спуститься и продолжить именно снизу. Ну ладно. Ладно. Раз возвращаемся, значит, возвращаемся. Так, теперь давайте смотреть. Там на самом деле что-то еще внизу было. Да блин, кто рычит-то? О! Нифига себе. Так мы здесь на самом деле можем спрыгнуть? Прикольно. Титанитовая чешуя. Так, теперь посмотрим. Это что-то у нас новенькое. Это ящерка, которая не стала, видимо, кристаллической ящеркой, да? Ну, такая, видимо, опасная. Так, туда можно спрыгивать, наверное. И здесь чего-то... ничего не происходит. Да, фиг увидишь, блин. Опять титанитовая чешуя. Ну, потому что на белом фоне это плохо видно. А это что такое? Это скелет дракона, я так понимаю. Очень даже похоже. Да, вот они, вот эти твари. Мы пришли куда нужно, короче говоря. Давай, беги, беги, беги сюда. Сейчас с тобой разберемся. Ай, не хватило. Не хватило, ну получай тогда. Серпом хотел меня атаковать. Так... бегом сюда. Раз. Ну чё. Маши давай. Ой, сейчас будет опасно. Получай. Так, и теперь идет у нас, собственно, здоровая тварь. Так, бежит. Давайте сюда будем выманивать. Пусть идет, пусть бежит. Нифига длиннющая фигня у него. И вон там в нас пуляют, да, уже? Получил. Отлично. Так, здесь большой осколок титанита, некоторое количество душ. И мы продолжаем с вами исследовать это место. Так, вон на самом деле туда можно подняться наверх. Ну давайте, чтобы потом, наверное, не возвращаться сюда. Или, может быть, придется возвращаться, я не знаю. Короче говоря, давайте просто пробежим и заберем, что бы там ни было. Так, прыгаем. Тут главное, чтобы меня не подбили. Так, внимательно, осторожно. Забираем. Два мерцающих титанита. Да, все, дальше проход... у нас обрывается, и придется тогда возвращаться.
Так, если тут спрыгнуть... Ё-моё! Нам же обратно не получится вернуться. Придется тогда прыгать здесь, что ли? Блин, а как обратно-то подняться? Не, серьезно? А, вот еще где можно спрыгнуть. Так, прочесть послание. Слабое место. Голова. Вон там у нас еще есть ништяк. Туда надо будет спускаться. Там же есть колокол. Ну чё? Вот здесь осторожно, аккуратно. Да, потихонечку спрыгиваем. И чё, неужели куда-нибудь сюда? А, вот еще есть платформа. Так, хорошо. Лута нет. Отлично. Все, мы теперь с вами внизу. Поглядим, поглядим. Вон еще там драконы. Уголь. Здесь. Опять уголь. Навозный пирог на веревке. Так, тут очень осторожно. Кольцо стальной защиты. Это что-то новенькое. Где это кольцо? Блин. А, вот оно. Увеличивает поглощение физического урона. Неплохо, неплохо. Кольцо короля-рыцаря, о котором говорится в древних легендах. Я думаю, что может очень сильно пригодиться. Так, теперь аккуратно, дабы не упасть и не потерять все души. Все, фух. Опять большая душа усталого бойца, колокольчик маленький. С ним что-то можно делать? Нет, с ним ничего делать нельзя. А вот теперь идем сюда. Тут, я помню, у нас было очень много друзей, но мы их в тот раз не трогали, а вот теперь будем трогать. Давай, подходи. Здесь, насколько помню, их 3 штуки сразу. Очень хорошо. Так, 2 идут. Ну что, нападайте? Недурно. Так, какой-то звук, блин. Стрёмный. Удар в падении. А, ну это подсказки нам по поводу того, как нужно было одолеть виверну, эту древнюю. Так, ну-ка здесь. О, еще один. Так, засады нет. Засады вроде бы нет. Подходим тогда. Есть. Обломок титанита. Вон туда вниз можно спуститься. Да, здесь опять же есть какой-то лут. Мерцающий титанит. Так, больше ничего не пропустил. Ну, пойдем тогда. Пойдем дальше. А тут я помню, тут у нас какой-то чувак спрыгивал сверху. Да, вот он. Даже не один. Чёрт! Ух ты, блин. Не-не-не. Жескач. Ну да, попался чуток. Но всего лишь чуток. Так, там что у нас? Там пропасть. Кто-то здесь трется, блин. Прям слышу вот эти шаги. А, вот он, опасный, да? Так, большого мы с вами убрали. Ну-ка, ну-ка, что здесь? Ах ты, тварь.
Блин, я не пойму, кто-то бежит за мной, что ли? Почему-то я слышу вот эти шаги, блин. Шорканье, знаете? Ух ты. Да ты офигел. Так, восстановим стамину. Подходи, подходи, подходи. Сейчас получишь. Да, это скорее всего вот эти ребята, потому что они создавали вот этот шум определенно. Наверное, не буду пить фляжку. Вроде бы не опасно. Ой, нет, надо выпить, потому что тут у нас большая проблема. Офигеть. Ну, знаете, друзья, придется, наверное, еще пить. А у нас фляг много. Да ёшкин кот, блин. Самый сложный пока. Офигеть. Ну, наконец-то. Блин. Да, неожиданно, конечно, было тяжело здесь. Большой осколок титанита. Тут у нас громовой болт. И есть, конечно, еще чем поживиться здесь. Обломок титанита. Так, и пока, наверное, это все. Спрыгнуть можно вниз. Ну вот лестница как раз вела, скорее всего, да, вот сюда наверх. Альтернативный путь. Ну и похоже это все. На всякий случай давайте пробежимся здесь еще разочек. 9 фляг. Ну что, идем дальше. А сейчас я думаю... А, ну так все правильно получается. Сейчас мы как раз бежим туда, в этот переход. Да. Так, посмотрим. Ну да, ничего не пропустили. Бежим в переход и теперь движемся дальше. Отдыхать не будем. Зачем нам нужно, чтобы мобы восстанавливались? Нет, нам определенно это не требуется. А вот здесь, кажется, что-то может произойти. Давайте попробуем принять такую же позу. Кольцо бедствий. Ух ты. Сейчас глянем. Кольцо бедствий. Вот оно. Владелец получает... Чего? Удвоенный урон? Да вы что, серьезно? А, владелец получает удвоенный урон. То есть я получаю удвоенный урон. Да. Странное колечко. Интересно, для чего оно требуется? Так, ну тут, да, вроде бы, друзья, мы с вами точно закончили. Сейчас давайте посмотрим на всякий случай еще раз. Да, сюда спускались. Короче, теперь поднимаемся. И бежим дальше, куда нам там требуется. Нет, все-таки... Что это было? Ага, да, тут мы с вами тоже были. Здесь... тоже были. Такой звук был. Дзынь. Но меня, конечно, это немножко напрягает. О, да. Что-то есть. Копье драконоборца. Так, вон они, твари. А вот еще маленькая тварь. Давай сюда. Сюда, Комцумир. Давай, иди сюда. Так, здесь тоже может быть засада. Меня, кажется, увидели. Это очень хорошо. Так, здесь смотрим. Потому что тоже могут выскакивать... Не достал. Ну-ка. Вот, отлично. Так, там у нас тоже никого нет. Ну, с щитами, на самом деле, это не очень опасно.
Тем более щиты пробиваются. Очень даже неплохо. Так, есть. Здесь чисто. Что там дальше? Так, раз, два. $605 000, между прочим. Да, нужно соблюдать, на самом деле, осторожность. Здесь смотрим внимательно. Ой-ой-ой. Большая тварь. Большущая тварь. Ну что, может быть тогда... Где? Здесь давайте. Ух ты. Раз. Два. Присадил, присадил. Опять что ли? Блин, ну из-за тебя придется использовать флягу с Эсусом. Тварь ты такая. Потому что рисковать я, честно говоря, не очень хотел бы. Забираем предмет. Большой осколок титанита. Но у нас по-прежнему 9 фляг с Эсусом. Так, лестница. Здесь у нас ничего нет. О, да. Какой-то секрет, да? Кольцо с громовым камнем. Опять же, сейчас внимательно рассмотрим. Увеличивает поглощение урона от молнии. Так. Ну-ка здесь. Нет. Иллюзии никакой нет. А тут... А тут только спускаться. Да, кажись, ничего не пропустили. Блин, какой-то мост очень мне не нравится. Давайте лучше побыстрее пробежим. Здесь смотрим дальше. Ах ты. Куда побежала? Три мерцающих титанита. Так. Сундучок. Надеюсь, ловушки никакой нет. Открываем тогда. Титанитовая чешуя. 3 штуки. Целых 3 штуки. Так, там надо будет подняться наверх. Тут у нас опять вот эти ящерицы стрёмные. И там еще одна. На, получи. На, получи. Еще одна. Ура! Так, вот с этой стороны у нас лута нет. Да вы что, издеваетесь? Ой-ой-ой! Дракончик, ты что, совсем спятил? Ух ты! Так, придется, наверное, спрятаться. Где он там? Что-то не видно. А, вот он! Обалдеть, так он сейчас меня может запросто спалить. Как считаете? А вот что делать-то? Что делать здесь? Ну, серьезно. Блин. Тут не пройти. Ну что, рискнем? Ладно. Побежали, 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 побежали. Давай. Офигеть, 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 я все-таки пробежал. Ух ты, блин. Так, молодец, подпалил их. Офигенно. Ну что с ними будем делать-то? Так, ну, мне кажется, вот с этими всякими драконами шутки плохи, поэтому
не будем вообще туда соваться. А просто проходим здесь. Так, опять у нас призыватель чертов. С ним бы побыстрее. Так, опять кто-то у нас там появился. Так, кто ты? Ух ты! Чё за тварь? Чё за зверь такой? Блин, ну повезло с ним опять. Прикольно. Рикардова рапира. Ох. Так. Богато украшенная рапира принца нежити из древних легенд. Я слышу, кто-то рычит опять. Опять где-то кто-то рычит. Ну, будем надеяться, здесь сейчас без сюрпризов. Так-так-так, тихо-тихо-тихо. А, ну так получается, отсюда-то я, в общем-то, и пришел. Ладно. Кажется, вот сюда нам нужно подниматься. Вроде все спокойно. Есть какой-то рычаг, огромный колокол. Ну-ка, надпись. Стоит позвонить в большой колокол, и ничего не останется. Интригует, конечно. Так, а здесь тот, кто идет путем дракона, не должен звонить в большой колокол. И костерчик. Ну, спасибо. Обнадежили, блин. Ладно, разжигаем. Отправляемся теперь в храм. Будем тратить душеньки. Погнали. Храм огня. Итак, по результатам обсуждения под предыдущей серией мы все-таки остановились с вами, друзья, на том, что будем прокачивать стойкость. Ну, я считаю, это разумное решение, поэтому все, прокачаем все души, что у нас есть, прокачаем стойкость. Это у нас будет 30 уровень и 106 уровень персонажа. Неплохо. И теперь отправляемся обратно. Обратно на пик древних драконов, в Большую Колокольню. Вот это место, на самом деле, у нас не конечный пункт. У нас есть еще варианты, куда мы с вами можем пойти. Вот, например, у нас там локация есть. Но сначала все-таки давайте разберемся вот с этим колоколом. Да, очень интересно получается. Ну что ж, друзья, побежали? Нас там наверняка ждет что-то очень интересное, как всегда. А, вон летит Змей Горыныч, блин. Истребитель-бомбардировщик. Итак, это у нас Повелитель Шторма. И вот так прям сразу в атаку, да? Ну, получай тогда. Да, голова этого дракона у нас, наверное, самое слабое место этого босса. Хорошо.
Блин, второй удар не проходит. Жаль. На! На! Да, чуть не словил. Ух ты! О, офигенно, сейчас будет крит. Так, а теперь во второй фазе у нас босс называется Безымянный Король. Так, я начинаю отхватывать потихонечку. Нужно пить флягу. Вот так. Да, атаки мощные. Блин, и здесь попался. Кажется, надо подальше от него держаться. Да где ты, блин? Так, аккуратно готовимся. Отлично, лупим. Два. Опять я схватил, блин. Офигеть. Лупим. Блин, да опять промах, да что ж такое, а? Ах ты, все опять вот эти удары схватил. Ну давай, иди сюда. Так, сейчас будет мощный, отлично, бьем. Мощный. Есть. Лупим. Второй. Еще. Бьем. Второй и третий. О, да. Да зачем я стал уворачиваться? Можно было просто заблокировать. И меньше бы урона получили. Так. Наш шанс. Второй. Блин, на третий не хватает.
Нет, нет, нет! Хорош. Две фляги осталось. Нам осталось два удара. Давай, подходи. Тебе осталось последний. Все, это твоя смерть. На! Да, мы это сделали. Так, ну что ж, символ алчности я, пожалуй, использовать не буду, потому что в этом уже нет никакого смысла. Душа безымянного короля. Да, вернулись на пик обратно живыми. Это самое главное. Разжигаем костер. И, друзья, увидимся с вами в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, как всегда.